В этом году наша страна удостоилась принимать Олимпийские игры. Я думаю, что мы все гордимся. И хотелось бы пожелать нашим спортсменам достойно представить страну и достойно встретить международных гостей. Олимпиада? Хороший вопрос. А можно посмотреть в Гугле? Я вообще не смотрю Олимпийские игры. Я занимаюсь спортом, а не смотрю. Олимпиада – это мероприятие там, где каждый спортсмен может проявить себя в полную силу. Мне очень нравится талисман Сочи. Несмотря на то, что я не люблю мишек, и дома у меня одни бегемоты, олимпийский мишка – очень милое существо. Олимпиада Сочи – это хорошая возможность для нашей страны показать своих спортсменов, волонтеров, активистов и профессиональных людей на новом, качественном мировом уровне. Для того, чтобы Олимпиада в Сочи прошла успешно, просто необходимо отправить всех финалистов конкурса «Мисс Татарстан» для встречи делегаций стран-участниц. Мои любимые виды спорта – хоккей, фигурное катание и лыжи. Лыжи – это самое то. Я знаю очень много знаменитых лыжников, но самое-самое – это моя мама. Но так как она теперь мать троих детей, она не может кататься на лыжах. Она занята нами. Мамочка, я тебя очень люблю, спасибо тебе. Мой любимый вид спорта – биатлон. Мне всегда было интересно, как же они так в лыжах садятся. Мой любимый вид спорта олимпийский – это легкая атлетика. Я раньше сама занималась легкой атлетикой и занимала первое место на дистанции 7 километров по своему городу. Но я думаю, что на зимней Олимпиаде будет бегать очень сложно, поэтому мой любимый вид спорта – это фигурное катание. Ближе всего мне художественная гимнастика, и именно поэтому я буду болеть за наших гимнасток. Тем более, что им будет очень сложно на зимней-то Олимпиаде. На Олимпийских играх в Сочи я буду болеть за наших хоккеистов и фигуристов. А особенно за хоккеистов Акбарса – Медведева, Терещенко и Никулина. Мой папа-десантник считает, что Россия должна победить в общем зачете на Олимпиаде. Спортсмены, пожалуйста, не огорчайте моего папу. Олимпийские игры Россия вся ждет. Победы за нами. Только вперед! Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы. Вперед, Россия! Среди дня и среди ночи мы болеем за Олимпиаду в Сочи. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Русские не сдаются, победы всегда нашими остаются. Олимпиада будет класс! Ждем всех в Сочи, в гости вас! Олимпиада в Сочи, наша стихия, золотые медали, только Россия. Крикнем вместе, крикнем громче! Мы хотим победу в Сочи! Сочи, Олимпиада, Ангелина Рада. Голосуем все за нас, россияне, высший класс. Сочи вперед, Россия вперед. От вас побед болельщик ждет. С вашей выдержкой и силой, сердцем жарким, что в груди. Олимпийцы из России, вам всегда быть впереди.